Есть ли климакс у мужчин? Словосочетание «мужской климакс» нередко вызывает много вопросов. Большинство людей никогда не слышали об этом понятии. Обычно мужской климактерический период называют просто «старение». Отчасти это действительно так, но тем не менее на него следует обратить особое внимание. Климактерический период встречается не только у женщин, но и у мужчин. В период климакса стоит особенно тщательно следить за своим состоянием здоровья и вести активный и правильный образ жизни. В период климакса как женщинам, так и мужчинам при любых странностях со здоровьем необходимо обращаться к врачу, дабы избежать негативных последствий. Какие симптомы и признаки при климаксе у мужчин? Симптомы мужского климакса схожи с симптомами женского. При этом климакс у мужчин протекает медленнее, чем у женщин, но не менее болезненно. Симптомы и признаки мужского климакса – аритмия, учащенное сердцебиение, приливы, покраснение рук, лица, боли в области сердца, угасание либидо, ускоренная эякуляция, сокращение длительности полового акта, уменьшение количества спермы, сокращение выработки тестостерона, беспокойство, суетливость, апатия. К внешним признакам наступления климатического периода у мужчины можно отнести отложение жира по женскому типу в области груди, бедер, ягодиц, живота, дряблость кожи, мышц. Бывают ли приливы при климаксе у мужчин? Поскольку мужской климакс мало чем отличается от женского, то он тоже сопровождается приливами. Что происходит во время приливов с мужским организмом? Резкое повышение температуры тела, появление сильного жара, покраснение лица и рук, возможно повышение артериального давления, сердцебиение, повышенная раздражительность, агрессия, сильная жажда – это стандартные симптомы. Однако, они могут проявляться не сильно или не проявляться вообще. Стоит помнить о том, что все строго индивидуально. Как проходит климакс у мужчин? Симптомы и признаки мужского климакса описаны выше в статье. Чтобы поддержать мужчину в этот непростой период его жизни, нужно стараться поддерживать его, следить за состоянием его здоровья далеко. Не все мужчины сами могут рассказать о своем состоянии. Проще всего просто поговорить об этом периоде. Женщинам необходимо понимать, что того интереса, который мужчина проявлял раньше, больше не будет. Это не значит, что чувства угасли, что любовь прошла. Это естественный процесс, который задуман природой, как влияют гормоны на мужской климакс. Гормон мужской силы – тестостерон. Именно он делает мужчину мужчиной. К определенному возрасту выработка этого гормона начинает сокращаться. В важном отделе головного мозга, гипоталамусе, в климактерический период происходят серьезные изменения, поэтому снижается выработка гормонов, стимулирующих выработку мужских половых желез. Пытаться восстановить каким-то образом этот гормон не имеет смысла. Это все равно, что бороться с природой. Эти изменения нужно просто принять и жить с ними дальше. В каком возрасте начинается климакс у мужчин? Стандартно, мужской климакс начинается в 50 лет и длится 2-5 лет, в зависимости от образа жизни, питания и распорядка дня идти. Цифры могут существенно меняться в любую сторону, если мужчина всю жизнь занимался спортом, питался здоровой пищей, не имел вредных привычек, то климатический синдром у него может быть выражен неярко, начаться намного позже, либо вообще отсутствовать, это несомненный плюс, ведь климакс нарушает привычное течение жизни, и после него возможны различного рода осложнения, особенно в психологическом плане. Мужской климакс, диагностика. Диагностировать мужской климакс достаточно просто. Это можно сделать как самому, так и с помощью визита к специалисту. Врач обязательно подберет нужное лечение. В случае обращения к врачу, вам, вероятнее всего, назначат сдать анализ крови, мочи, сделать ЭКГ. Некоторое время врач будет за вами наблюдать, так что одним визитом ваше лечение не закончится. В срочном порядке вам предложат сдать анализ крови из вены на гормоны. Возможно, предложат пройти обследование у врача по мужской части, чтобы диагностировать у себя начало климатического периода. Необходимо тщательно следить за своим состоянием и самочувствием. Если у вас стали наблюдаться приливы, снижение либидо или внезапные боли в области сердца, с большой вероятностью можно сказать, что это и есть климакс. Может ли быть ранний климакс у мужчин? Ранним климаксом у мужчин считается климакс, начавшийся в 40 лет. Столь раннее угасание мужской функции может быть обусловлено генетической предрасположенностью, либо нездоровым образом жизни, который накладывает серьезный отпечаток на будущее здоровье мужчины.
Так, если мужчина много употреблял алкоголя, никотина, ел много жирной жареной пищи, в особенности мясной, то великой вероятностью у него наступление климакса в раннем возрасте. Может ли быть климакс у мужчин после 50 лет? После 50 лет наступление климакса считается нормальным. Именно в этом возрасте большинство мужчин сталкивается с первыми климатическими симптомами. Следует помнить, что даже если мужчина в этом возрасте стал резко чувствовать себя нехорошо, часто испытывать слабость, боли в области сердца, это не обязательно признаки наступившего климакса, это могут быть совсем другие заболевания, никак не связанные с приближающейся старостью. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу. Может ли быть климакс у мужчины в 60 лет? Хоть климакс, начавшийся в 60 лет, считается поздним, вовсе не значит, что это плохо. Скорее, это говорит о хорошем здоровье мужчины, если даже в 60 лет он способен продолжить род и имеет здоровый организм. Климакс у мужчин – лечение. Лечение мужского климакса должно быть своевременным. При первых признаках проявления климатического синдрома нужно немедленно обратиться к врачу, чтобы не допустить неприятных последствий. Как лечить климакс может подсказать только врач. Необходимо получить полную картину здоровья пациента. На это уйдет определенное время, но это важно. Существует большое количество лекарств, способных облегчить протекание у мужчины климатического синдрома, все они имеют разные действия и ряд противопоказаний. Не зная полной картины состояния здоровья, можно серьезно навредить себе самолечением. Чаще всего выписывают не сильные препараты, способные поддержать мужское здоровье. В более тяжелых случаях врач может прописать пациенту еще антидепрессанты, витамины и БАДы при мужском климаксе. Для поддержания здоровья мужчины в этот непростой период упор нужно сделать на витамины группы, витамины Е, А, Ф. Для поддержания общего тонуса организму требуется витамины. Витамин Е – очень сильный антиоксидант, препятствующий старению. К тому же он очень хорошо действует на кожу, делая ее более упругой, эластичной. Витамины группы отвечают практически за все процессы, протекающие в организме. Недостаток какого-то из витаминов внепременно приведет к болезням. Очень полезен для человеческого организма в целом и в любом возрасте витамин С. Для выбора биологически активных добавок лучше обратиться за консультацией к врачу, поскольку в настоящее время на рынке появилось очень много БАДов и легко ошибиться в выборе. Климакс у мужчин – лечение народными средствами. Мужской климакс – народные средства, рецепты. Традиционно в народной медицине для лечения многих заболеваний применяли женьшень, зверобой, пастушью сумку, боярышник и валериану. При лечении мужского климакса следует обратить внимание именно на эти травы. Отвар зверобоя при мужском климаксе – 15-20 грамм травы зверобоя, залить одним стаканом воды, прокипятить 15-20 минут, снять с огня и выдержать час в термосе или теплом месте для настаивания, процедить и пить в течение дня по столовой ложке пастушья сумка. При мужском климаксе – залить стаканом крутого кипятка столовую ложку пастушьей сумки, выдержать в термосе час, пить по 20-30 грамм 3 раза в день. Укроп может избавиться от некоторых симптомов мужского климакса. Для этого все мили зелени укропа измельчите, принимайте по 1 час. Лист утром натощак и непосредственно перед сном.